Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И мы рады приветствовать всех любителей павлово-посадских платков. И хочу сразу же представить вам мою новинку. Это замечательный палантин в очень красивой, яркой, сочной расцветке, которая называется «Обольщение». Вы знаете, размеры палантина настолько удобные, что вы можете замотаться им полностью. Можно использовать палантин как головной убор, можно использовать его как шарф, просто как накидку, допустим, для выхода в свет, в театр, в музей. И я думаю, вам будет в нем очень удобно и тепло. Специально для вас мы подготовили небольшой обзор новинок павлово-посадской мануфактуры. Здесь вы увидите, скорее всего, что вам уже знакомые платки, но они будут представлены в другом цветовом решении, в другом колорите. Кроме того, конечно, мы вам покажем небольшие павлово-посадские платки размером 89 на 89 платки среднего размера 125 на 125 и самые большие платки и шали размером 148 на 148. И, пожалуйста, пишите комментарии, что вам понравилось, какой платок произвел на вас неизгладимое впечатление, что бы вы хотели приобрести для себя. Всем приятного просмотра! За более чем 200-летнюю историю на платочной мануфактуре сложилась единственная в своем роде павлово-посадская школа платочного рисунка, благодаря которой сохраняются традиции и оттачивается мастерство художников. Именно с рисунка, крока, начинается работа над каждым новым изделием. И от того, насколько верно выбраны композиционные решения и колористическая гамма, зависит его дальнейшая судьба. Все подготовленные кроки рассматриваются и утверждаются художественным советом. Как только рисунок утвержден, к работе над ним подключаются колористы. Их задача – подобрать рецепты печатных красок, добиваясь как можно более точного воспроизведения с помощью текстильных красителей авторского рисунка, выполненного гуашью. Основная сложность этой работы состоит в том, что истинный цвет будет виден только после обработки ткани паром и промывки. Таким образом, колористу приходится делать множество пробных набивок, прежде чем будет получен окончательный рецепт. Каждый рисунок печатается в нескольких цветовых вариантах – колоритах. По рецепту, разработанному колористами, индивидуально для каждого рисунка и его отдельных колоритов печатные краски готовятся к специальной красоварке, где все процессы от растворения порошка красителем до перемешивания готовой краски выполняются под контролем, что позволяет сохранить повторяемость цвета для партии одинаковых платочных изделий, выпускаемых даже в разные годы.
В зависимости от сложности рисунка применяются различные способы нанесения рисунка на ткань. Печать осуществляется на столах с печатными каретками и на многокрасочных печатных машинах. Самые ответственные операции выполняются вручную. Много их нужно проделать, чтобы родился уникальный по своим качествам Павлово-Посадский платок с неповторимым дизайном, экологически чистый и удобный в носке. Технология изготовления платков сочетает в себе бережное отношение к художественным традициям с использованием новейших достижений научно-технической мысли. Правильно подобранный по цвету, размеру аксессуар дополнит образ, акцентирует на себе внимание, скроет недостатки, подчеркнет достоинства хозяйки. Главное не ошибиться при выборе, точно подобрать нужную расцветку, тон, способ ношения. Основное правило – изделия светлых тонов с крупным рисунком визуально увеличивают размер частей тела, а темные цвета и мелкий рисунок, наоборот, скрадывают. Из огромного разнообразия ярких платков в русском стиле легко подобрать подходящий вариант и комбинировать в разных сочетаниях. Thank you.
современных модных тенденциях народные платки являются популярным трендом. С их помощью создают массу оригинальных и неповторимых образов, используют как головной убор или как дополнительный аксессуар к одежде. Оригинально завязывают вокруг шеи, накидывают на плечи, поверх верхней одежды, свитеров, платьев. Из них шьют платья, куртки и жилеты. Народные платки и шали прекрасно сочетаются со многими стилями, направлениями одежды. Яркие красочные русские платки гармонично сочетаются с дорогой шубой, классическим драповым пальто, кожаной или джинсовой курткой. Молодежная мода предлагает широко использовать народные платки с одеждой в стиле бохо. Они одинаково гармонично смотрятся как на шее, так и на бедрах. Главное – не стесняться экспериментировать, подобрать оригинальное, своеобразное дизайнерское решение. Тогда он наверняка станет любимым аксессуаром.